Югостинские боксеры показали отличные результаты в первенстве Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России. Им удалось завоевать две золотые медали. Соревнования проходили в поселке Домбай Карачаева-Черкесии. В весовой категории до 80 килограммов не было равных Алиму Габараеву. Воспитанник тренера Александра Тедеева в полуфинальной встрече по баллам одержал победу над дагестанским спортсменом. А в финале с явным преимуществом в первом раунде выиграл представителя Пензенской области. За первое место награждается Габараев Алим. Өттен жабақшатта полуфинал фақылдан Дагестан етіме. Веран білтін пайчықама қылып астан, полуфинали қылып астан. Трейртам ашып көт аз оқтой. Ма финалы мұша ашып көт ал бокыстыма жақтар фақылдан. Финалы өттен Пензенский областы представителіме. Ран білтін ай явна. Вторую золотую медаль из югоостинских боксеров завоевал Давид Схавребов. Выступая в весовой категории до 63 килограммов, он провел 4 боя. В первых трех встречах он одержал победы по очкам над представителями Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Крыма. А в финале с явным преимуществом во втором раунде одержал верх над спортсменом из Пензенской области. Тренеры Схавребова Чербин Бестаев и Гамлет Габараев. Окутим шепорхала, ведеста шепор дарзен, фаламен юльзен народи, шеп мертек кокхел полуфинал, завихот финал народи, кутун крима и крима и дилапу, окутим тык огромдемен, ногдом бономен кутта, ма ртык огромде ноц, алдан тахтаротту, ма дуахот бономен кутту, ма вифарши ртык огромде хелек, ухай керас кутту, вифарши овнором. Финал народи, Пензенский область, дай представитель, видам тык огромде, я фенджету гроши дисме, но бахту я бокскан. Благодаря успеху Алим Габараев и Давид Схавребов получили право выступить на первенстве России среди юношей. Агунда Губозова, Батрас Хурьев, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.